Меня? Хорошо, я это люблю. Почему нам говорит об этом Бальсулам? Это не ослабляет в пути? Если есть постоянная цель, да, вы ее не знаете, но если вы не достигнете, потеряли все. Он мог сказать, но есть такое вознаграждение для всех проигравших. Ну, то есть, что может? Почему бы не дать что-то такое? Ты спрашиваешь, как твоя профессия. Ты был капитаном на корабле, и тогда тебе понятно, что если есть, то есть. Нет, нет, даем команду, так делаем. И это тебе подходит. Но здесь мы должны учиться на сомнениях, вопросах, беспомощности, на всех вещах, когда мы сами должны найти пути тут и там, и как будто мы их находим. Творец это делает в таком виде, как мы играем с детьми, да? То есть мы и за них, и против них, и чтобы они находились посередине и учились из всей этой игры жизни. И поэтому так мы должны стараться делать. То есть играть в объединение и видеть, насколько мы способны и не способны, насколько Творец помогает нам и не очень-то мешает даже нам, скрывается и раскрывается. Из всей этой игры «за» и «против» мы изучаем его. В конечном счете, это то, что мы должны изучить его, потому что мы должны прийти, то, что называется, до Творца Всесильного Твоего, а не то, чтобы мы совершали действия правильные или неправильные, те или иные, но чтобы в этих действиях мы изучили его, чтобы мы сделали его копию, отражение Творца, и тогда мы будем называться человеком, Адам, подобным Творцу. Поэтому вся эта система устроена из таких состояний. Ты ошибаешься и продвигаешься, ошибаешься и продвигаешься, и в конечном счете ты видишь вещи, ее противоположность всегда, когда только из этих двух противоположностей ты, как творение, можешь создать форму мира для себя, форму системы взаимоотношений с Творцом. Так оно работает, да?